И также, ребята, я хотел бы вам сказать то, что следующая серия Пиксельмона выйдет только тогда, когда эта серия наберет 500 лайков. Это может быть прямо сейчас, или это может быть через месяц, зависит только от вас. Но, так как активность немного упала, я, можно сказать, вношу некоторые такие изменения, что следующая серия выйдет только тогда, когда предыдущая серия наберет 500 лайков. Поэтому, ребята, когда выйдет следующая серия, сейчас зависит только от вас. Ну что, ребята, приступим, и всем приятного просмотра. Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Пиксельмон, и добро пожаловать в нашу новую серию. Раз уж эта серия вышла, значит, вы меня услышали. Если нет, то на вашем экране есть ссылочка, куда вы можете перейти и посмотреть полностью все видео, где я вам объяснял все подробности выхода новых серий и, в принципе, вообще всего существования Пиксельмона. Новая серия, если это 90 какая-то там серия, то новая серия выйдет только тогда, когда вот эта серия наберет 500 лайков. Я уж, ребят, извиняюсь, может эта серия наберет 500 лайков через 3 месяца, ну тогда значит, что через 3 месяца выйдет следующая серия. Ребят, я извиняюсь, что такие какие-то правила, но все же я их вел, потому что я заметил, что активность комментариев и лайков на Пиксельмоне очень сильно упало, поэтому я как-то, ну, не вижу большого смысла дальше продолжать играть в нашу, можно сказать, основную рубрику, если она потеряла свою активность в 2-3 раза. Поэтому, ребята, каждая последняя вышедшая серия нашего сезона Пиксельмон будет находиться в трейлере канала. До тех пор, пока это видео не наберет 500 лайков, новое видео, к сожалению, не выйдет. То есть, оно выйдет только тогда, когда предыдущее видео сезона наберет 500 лайков. То есть, последнее видео должно всегда набирать 500 лайков, чтобы выходило новое видео. Я уж извиняюсь, ребята, но я тут больше не буду вам объяснять. Если вы хотите новые серии Пиксельмон, просто нужно ставить лайк. Если набираем 500 лайков, держите новую серию. Если набираем 500 лайков на новую серию, держите еще одну новую серию. То есть может выходить и 2, и 3 серии в день Пиксельмона, но это, ребята, зависит только от вас, если каждое видео будет наберет 500 лайков. Если не будет, тогда будем ждать до тех пор, пока оно наберет. Но все, ребят, на этом мы заканчиваем эти обсуждения. Больше я ничего не буду говорить. А раз мы тут, значит... мы продолжаем играть в Пиксельмон, и, ребята, я собрался немного, и уже хотя бы немного начал строить наш ресторан. Я уже не знаю, сколько времени он тут лежит, без всякого дела, без работы, но все же, ребят, смотрите, я не полностью его достроил, только чуть-чуть. Опа, нет, ребята, это нельзя пропустить. К сожалению, в этой серии я не буду тоже добавлять людей в музей, потому что, честно, я как-то расстроился вообще по поводу Пиксельмона. И, ну, я забыл, честно, ребята, как-то у меня даже не было настроения, поэтому, ух, нужно было вылечиться. Твою мать. Ну ладно, сейчас вылечимся. А почему я не могу? А, это же босс, твою нафиг. А если у нас еще сейчас... хотя, мне кажется, свайном даже затащит. Как думаете, ребята? Ух, зря я это сказал. Ну, пожалуйста, два ударчика. В этой серии мы убьем 20 близ, или сколько, уже 18 осталось. То есть в предыдущей серии мы одну убили, сейчас одну. И еще 2... еще 18 близ осталось. Сейчас, ребят, просто смотрю, какие бы... Вот, замечательно. То есть, ребята, давайте посмотрим, наконец, наш ресторан, потому что мы давно хотели заняться производством какой-то там еды или там делать какую-то новую еду, потому что с этим модом, что я добавил, там действительно очень много еды добавилось. Мне кажется, это будет прикольно, если мы будем этим заниматься. Так, вылечимся давайте. Я строил это действительно с гейм-модом, я это строил, потому что в одиночку добывать ресурсы, мне кажется, это я бы очень долго строил. Мне хватает построек на сервере, где я строю, и там, в принципе, я действительно все вручную добываю, там охренеть как долго. А мало того, чтобы еще тут добывать от ребят, еще дольше будет. Ну, смотри, тут у нас уголочек для клиентов, да, то есть тут покушать и все такое. Еще немного нужно, наверное, будет осветить вот тут.
покушать официанты, тут дорожка, вот тут поставить еду, ла-ла-ла, выйти, вот тут вся, везде есть такие разделы между столами. Тут, наверное, то же самое будет. Тут стена, которая, ну как, не стена, прям стена, а стена... Искусственная какая-то стена, которая... Ух, ни хрена себе. Которая разделяет эту часть ресторана и эту. Тут, наверное, тоже точно такая же будет. Чтобы было, в принципе, как-то получше. Что как бы тут две искусственные стены, которые разделяют одну часть ресторана и другую. Тут у нас, я не знаю, что бы тут сделать. Может, какой-то развлекательный уголок или может... Хотя, ну, очень много стульев и столов я не хочу делать. В принципе, нету смысла. Может, я не знаю, честно, ребята... Может, туалет сделать, или там курящий зал, хрен его знает, ребят. Потом, может, если что-то в голову придет, я сделаю. И тут за этой стеной тоже вот так посидеть, над картиной большой посмотреть. И тут тоже такой красивый уголочек получился. Цветочки, диванчики, вот так присесть, вот прям сюда. И вот так наслаждаться в окошко, посмотреть. Посмотреть, можно как раз тут вид. Открывается на весь ресторан, мне кажется, действительно прикольно. И тут у нас кухня, которую я тоже еще толком не доработал. То есть тут печки, вытяжка, стол, холодильники и все такое. У нас уже есть, к сожалению. Ребята, честно, в следующей серии мы уже выкинем всех людей, которые перестали комментировать. А мне кажется, там много таких людей. И процентов так 80, наверное, прям пум, с музея вылетит. И, наверное, добавим новых людей. Я надеюсь, что все же какие-то люди остались, которые комментируют, продолжают смотреть Pixelmon, продолжают ставить лайки, я надеюсь. Поэтому, наверное, в следующей серии мы, ребята, вот это все сделаем. А сейчас... давайте займемся едой. Ой, я как раз смотрю на клавиатуру, уже кнопочки стираются. Нет, не нужно стираться кнопочки. Я включаю геймод только для того, чтобы понять, как вообще вот... эта еда делается, а вы тут смотрите, сколько всякой тут хрени. Ребята, как мы в этом будем разбираться? Ребята, помогите мне. Потому что я вообще не в курсе. Еды тут куча. Вот это овощи, фрукты, которые растят. Это еда, которую можно приготовить. Вот свежее молоко, ла-ла-ла, бра-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Это предметы, с помощью которых можно приготовить. Ребята, дайте-ка я посмотрю. Что это за хрень? Что это за хрень? Охренеть. То есть, мод на еду добавляет еще и броньку. Зачем? Ну ладно, то есть, не будем в это вникаться. Под... Пот, зачем нам пот в это? Ну я понимаю, что это что-то другое означает, но все же. Ребят, я не беру ресурсы, я просто хочу посмотреть, что это за хрень вообще. То есть, сейчас. Так. Это нельзя никуда ставить, а вот это джуйсер. А, ну это просто, наверное, чтобы использовать, да? Ну ладно, ребят, давайте будем готовить. Cutting board. Ну что, приступим, ребята. В этой серии мы... Опачки, сейчас. Вульпикс. А в этой серии мы, наверное, будем готовить какую-то еду. И, в принципе, уже давным-давно нужно было приступить к этому. И, в принципе, сейчас мы, наверное, ребята, этим и займемся. То есть, смотрите, сейчас, дайте я накину на вот эту паску. Куду бегающую туда-сюда. Стань на место, пожалуйста, стань на место. Или иди в ж... или пропадай. Потому что ты меня уже бесишь, Вульпикс. Я... твою мать. О, нормально. А вот это? О, это еще лучше. Глейгар, нормально. Так, о чем я говорю? Эти не... Ребята, эти невидимые стены, вашу мать, это с ума сойти можно. Что это за хрень вообще такая? Ребята, в этой серии нам, наверное, не дадут ничего приготовить, потому что, видите, когда мы что-то собираемся делать, нас достают боссы. Ну, в принципе, с одной стороны, да, это круто, то, что куча боссов, но все же не доставайте, когда это нам... не нужно. Ух, жопа нам, ребята.
О, ни хрена себе. Да, классный дроп, если честно. Сейчас еще тут куча райков у нас спавнится, как я... Да, в принципе, мы все знаем, что сейчас тут куча райков будет, как всегда. Так, 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 так. Каттинг-борд, да? Как она там? Вот. Фух. Каттинг-борд, каттинг... А, ну, в принципе, это... Не так уж и сложно делается, да? Ла-ла-ла, замечательно, это мы, в принципе, даже прямо сейчас и сделаем. У нас тут, надеюсь, есть где-то верстак, вот он. Так, 1, 2, 3. Замечательно. Так, ребята, перед тем, как приступить к кулинарии, давайте сейчас подумаем. Я сначала сам разберусь, как это все делается. То есть, что нужно, основные там инструменты, там, видите, всякие сковородки есть, ножи, всякие там посудины, вот всякая хренотень. Мне сначала нужно разобраться, когда, где и что, как, самое главное, нам использовать. Поэтому я сначала с этим всем разберусь. А после этого, ребята, как мы давным-давно уже договаривались, я буду принимать ваши заказы. То есть любой человек, хоть кто, может написать там в комментариях, мол, там, Эдисон, сделай мне, пожалуйста, какой-то там шашлык из клубничным соком, например, да? И просто мне понравился этот комментарий. Я иду, сделаю, на экране появится имя. О, точно, это еще лучше. Например, там куча всяких запросов, например, там 200 комментариев, да, и все просят сделать какую-то еду, да, я просто буду по порядку, например, ага, вот этот комментарий прикольный, давайте сделаем. Я скриню вот этот комментарий, вставляю его в экран с именем человека, с тем заказом, точнее, который он мне прислал и хочет, чтобы я его выполнил. Я вставляю это на экран, мод, вол, этот человек написал вот этот заказ, сейчас мы будем вот это готовить. Только самое главное, вы там придумываете что-то нормальное, что есть в этом моде, а не какие-то там нахрен марципаны там с марципанским соком, которые даже в моде не существуют, я так, в принципе, не сделаю. Поэтому, ребята, перед тем, как делать какие-то запросы, сначала выучите хотя бы, ну, матчасть этого мода. Поэтому, ребята, я сначала сам все... Вот это выучу, потом вы будете писать комментарии, я буду скринить вот это, скринить ваше имя, скринить то, что вы заказали, вставлять на экран, показывать всем, кто это, ну, как бы показывать, кто это заказал, что он заказал, и потом все вместе с нашей бандой крутых перцев мы будем вот это все делать прямо на ваших глазах, и когда это сделает, вот я прям скажу, вот там какой-то Вася там петушок, ну, я образно... Почему петушок, мне фамилия в голову пришла, я не знаю. Заказал вот это, держи, Вася петушок, твой заказ готов. Приступаем к следующему заказу. И так будем кулинарией тут заниматься, на повара учиться, да? Каттинг-борд, это есть. Фух. Ну что, ребята, первое блюдо. Ну, чтобы сделать хотя бы какой-то малюсенький салатик, нам нужно... Куча ингредиентов. Поэтому, ребята, перед тем, как мы будем что-то делать, мы будем просто-напросто летать по миру и искать ингредиенты для приготовления. И этим мы, наверное, ребята, займемся. Сейчас летус, кукумбер, спринг салат. Как думаете, сможем ли это сейчас сделать? Давайте попробуем. Миксинг бовл. Бовл. Микси. Да, вот. Как она делается? Миксина, ла-ла-ла-ла, бла-бла-бла, я понял. Вот, верстачок. Так. И вот, да, замечательно. Фу, две вещи у нас уже готовы, ребят. Мы прям кулинары всякие будем. Давайте сначала пойдем поспим. Нам еще 18 блиси нужно убить. Сколько там уже серия длится? Ух, охренеть, нам уже нужно идти блиси быстренько убивать. Смотрите. Охренеть, вот видите, ребята, то есть до сих пор я играл шейдерами, как только я подлетел к дому, я выключаю шейдеры, потому что радиация статуи уже даже сюда распространяется и такие лаги придает. Это, ребята, охренеть просто. Эти статуи, если честно, я не думал, что они так будут лагать. Так, поспим, да, сначала мы поспим, я не знаю, а давайте нет, то есть одну ночь будем там спать, другую будем спать в нашей королевской кровати.
Потому что, ну, кто не видел, вот смотрите, ну, вот прям не королевская, двухместная нахрен. Мы одни спим в двухместной кровати. Так. Так. Сейчас. Что я хотел? Нам нужно кукумбер и вроде капусту, или что это, салат был, листья салата. Кукумбер есть, прям один. Ух. Я не знаю, ребята, будем ли мы использовать чакукумбер. А, вашу нафига, у нас нету листья салата, ребята, это очень хреново. Белл пеппер. О, мы будем сейчас рубить своего родича. Пеппер. Извини, перчик, мы не хотели. Белл пеппер, вот. Да. Летус. Нет, ребята, как видите... Хотя, ну да, ладно, ну давайте попробуем. Сущини, или как оно там называется. Есть, о. Нет. Вот это тарам-пам-пам, стали, ребят, у нас уже столько стали, что это с ума сойти можно. Чили-пеппер, наш родственник чили-пеппер. Мы просим прощения, но мы тебя сейчас съедим. Охренеть, я вообще, ребята, какой-то, не знаю, людей, ну как людей. Ну, в принципе, своих родичей кушаю. Извиняюсь. Так. Ну, вот тут уже, то есть, вот тут я могу играть. Хотя уже, как бы, радиация распространяется, и уже даже тут небольшие лаги есть. Хотя, в принципе, я на начале серии тут играл спокойно. Видите, ребята, эти статуи нахрен какие-то... Ну, ладно. Так. Ну, давай, допустим, это сюда. Это сюда. Кукумбер. Нет, нельзя. Так, хреново. Хреново. Как это делается? Ребята, я забыл. Ага, Белл Пеппер, ла-ла-ла. Ну все же нам летус вот этот нужен нафиг. Или... О, то есть нам яйца тоже нужны. То есть мы не будем сейчас выкидывать яйца с Блисси, потому что яйца нам тоже нужны. Ага, ну отлично. Не, ребята, мы вряд ли что-то тут сделаем. Видите, что у нас просто дохрена нам нужно ингредиентов. И мы этим займемся. Мы займемся этим в следующих сериях. Кукум. Потому что, видите, ребята, это очень классно. То есть это вводит какое-то разнообразие даже в игру. То есть не только нафиг там ходить прокачивать всяких покемонов, да? Ходить там, ловить всяких покемонов, прокачивать их. А почему это делать, если мы даже можем пойти там добыть ресурсы или ингредиент для того, чтобы сделать себе там салатик, шашлычок, там гамбургер, кучу всякой еды. Почему мы этим не будем заниматься? Как мне человек написал в комментариях, то что раньше ты хоть планировал, нет, точнее, раньше ты хоть там летал, искал всякие ингредиенты для салатов, для вот этой всей заморочки с едой, и это даже уже было интересно, как ты просто летал по миру и искал ингредиенты для того, чтобы потом сделать еду. То есть он мне сказал, что это даже было интересно. А сама задумка про еду, про эти ингредиенты, чтобы ходить, искать, выращивать и готовить потом еду своих подписчиков, которые заказываю, да, потом выполнять вот эти заказы и... По сути, даже кушать вот эту еду, а не кушать ванильную майнкрафтовскую еду, то, в принципе, это уже вносит какое-то разнообразие, это уже намного интереснее вот так играть. А если ты там будешь проснулся, пошел, прокачал покемона, пошел ночью, прокачал покемона, словил нового покемона, прошел, покачал, потом пошел ночью на бишарпах, прокачал покемонов, и так до конца сезона, то это реально действительно однообразно. То есть нужно какое-то разнообразие, я полностью согласен. Поэтому, ребята, мы, наверное, так и будем делать потом. Ну, сейчас. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ну, допустим, сейчас посмотрим. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вот так. Ну что, ребята, потопали. Давайте я выключу шейдеры, потому что, честно, из этого музея, ребята, может там где-то дом в другой стороне этого мира сделать, чтобы вот эти статуи не лагали, да? Анжелки еще 9 уровней. Свайнубу. Ну, Свайнуб это такой покемон, то есть без атаки Ancient Power он потом не эволюционирует
Мамосвайна, то есть, ну, как бы есть еще одна эволюция вроде, да, но все же он потом еще Пилосвайн есть, но потом он не эволюционирует в Мамосвайна, нужно Ancient Power. Я не знаю, ребята, вот Свадлон, то есть, сейчас, Свадлон эволюционирует счастьем. То есть сейчас его нужно показывать, прокачивать с помощью счастья. Наверное, мы сейчас вот это и сделаем. Ну что, Свадлончик, приступим. Фух, Глайскор, не подведи. Яйца уже не будем выкидывать, яйца нам нужны для того, чтобы потом себе хавчик делать. 17, Блисси. 17. А может что-то будет... О, вот это еще лучше. 16, Блисси. Замечательно. 16, Блисси. О. Сейчас, ребята. А вот эта атака. Нормально. 16. Не, 18, 17. Сейчас. Было 18. 17. Нет. 1, 2. Потом. 17. 16, 15. Ага. 15. 14 сейчас, ребят, это будет быстро, то есть 14, ага, замечательно, 13 сейчас будет, и давайте еще 3 Блисси убьем, 13, Гигадрейн, вот так, 13, ух, нихрена себе, 12, я надеюсь, я правильно считаю, если нет, то извиняюсь, 12, ух, нихрена себе, 11, замечательно. И еще одну Блисси. Наверное, ты, Свадлончик, погуль. Мы потом тебя лучше вот так прокачаем. 11. И еще давайте одну Блисси, ребята. Ну, давайте вот так. Еще 10 Блисси нам осталось. Замечательно. Анжелки еще один уровень. И нам еще нужно убить 10 Блисси. Давайте, в принципе, сейчас это быстренько сделаем. Вылечимся. И, наверное, на этом уже будем заканчивать эту серию. Еще 10 Блисси. Конечно, уровни тут... Ну, не очень, грубо говоря. 34, 30. Наверное, я потом уровни подниму, потому что это жопа просто вот так. Ну да ладно. Опа, нихрена себе он уже тащит. Ancient Power, Poison. Отлично, 40 уровень Анжелка прокачали. Замечательно. Еще 9. Еще, ребята, 9 Блисси. 8. Опа, эволюция. 8 Блисси. А, есть... Ну, в принципе, да, у него нету Ancient Power. Мне кажется, сейчас даже не появится. Поэтому... Ну, я потом себе, наверное, просто возьму другого, а этого удалю, чтобы показать, в принципе, вам Shiny Mamoswine. Мне даже это будет интересно, потому что я не видел даже Shiny Mamoswine. Может, когда-то видел, но... не сейчас. Ну, ладно, давай уже. Перекачали. А, нет, 35-й нормально. Пускай пока что будет так. Сейчас... Сколько там? 8, 7, 6 вроде. Вот сейчас 5 вроде. И, ребят, я надеюсь, я правильно считаю, потому что я, ну, просто иногда могу забыть, то есть со всеми может быть, что там считал и ошибся, да? В принципе, это ничего такого страшного нету. Ладно, там одну вещь профукаю, да и все. 4, вот сейчас 4 должно быть как бы. Да, ребята, вот эти уровни, конечно. Ну ладно, 3. Замечательно. А, да, еще лучше, еще меньше давайте спамиться. 3, 2, 1. И давай большой уровень под конец, пожалуйста. Да. Да. Ну, мне кажется, сейчас как раз будет эволюция. Да. Ну, ладно, то есть нормально, мы так прокачали. Ребята. А мы в предыдущей серии выкидывали шмотки. Чтобы сейчас на меня не кричали, что вот Эдисон убил 20 Блисси, а шмотки... И вот сейчас, паскуда, ты спавнился 45 уровнем, а до сих пор спавнилась там 32-м. Твою мать. Ребят, я не знаю, честно. Давали ли мы вещи в предыдущей серии? Я не хочу, чтобы меня там обзывали там нечестным игроком, потому что я, если честно, не помню, ребята.
Мне кажется, нет, ну да ладно, чтобы на меня потом не кричали, давайте я дам. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Лучше я дам, чтобы потом на меня не кричали и там не обзывались, мол, Эдисон там нечестный, да, и вот это все. Я отдал, то есть не надо кричать. Замечательно, ребята, на этом мы уже будем заканчивать вот эту серию. Я вам показал ресторанчик, который мы долго ждали, и это еще не все. Мы с этой серии начинаем активную охоту за ингредиентами и будем кулинарами большими, надеюсь. И потом, когда я сам разберусь с этим модом, как это все делать, мы, ребята, будем выполнять заказы своих подписчиков. Не забываем вступать в нашу банду крутых перцев. То есть все, что вам нужно, это просто на меня подписаться, написать в чат. Да, ух, какой чат? В комментарии БКП. Вот так, ща. Ну, вот так, БКП. Ну, или там банда крутых перцев, или мы крутые перцы, это уже вам, ребята. Мы же банда, я надеюсь, вы в ней состоите. На этом, ребята, мы заканчиваем. Еще раз хочу сказать про 500 лайков, ссылочка, в принципе, тоже, наверное, будет в описании. О той серии, где я вот это все рассказывал. Ребята, следующая серия выйдет только тогда, когда это видео наберет 500 лайков. То есть, если это видео наберет 500 лайков через там 3-4 недели, то, к сожалению, следующая серия будет 3-4 недели, поэтому, я не знаю, можете прощаться с Пиксельмоном, но если все-таки мы набираем 500 лайков, сразу же выходит новая серия. Поэтому, ребята, это зависит только от вас. На этом мы заканчиваем. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.